Я бы в гаишники пошел, пусть меня научат. Кировские студенты и юристы попробовали себя в роли сотрудников ГИБДД. Репортаж Кирилла Салятина. Подобных акций в Кировской области еще не проводилось. Правоохранительные органы традиционно ведут работу с учебными заведениями, но в основном это ограничивается экскурсиями и тематическими занятиями. Взглянуть на рабочий процесс изнутри и побывать на месте сотрудников пока никому не удавалось. Сегодня как раз студенты, которые участвуют в нашей акции, почувствуют на себе все аспекты правовые, а также сложность и ответственность службы на дороге в госавтоинспекции. Перед выездом инструктаж. В конфликты с водителями не вступаем, выполняем все, что требуют старшие коллеги-инспекторы. Специальная куртка патрульного – неотъемлемый элемент одежды. Без нее нести службу на улице запрещено. Последнее наставление преподавателей из вуза и вперед – охранять порядок на дорогах. Между юридическим факультетом нашего вуза и управлением внутренних дел, в частности с госавтоинспекцией, мы проводим достаточно часто различные совместные мероприятия в форме обучающих семинаров, лекций по тем или иным проблемам безопасности дорожного движения. Первая остановка – театральная площадь. Нарушителей не пришлось долго ждать. За первых несколько минут инспектор с помощницами остановили три машины. Вместе со своим старшим коллегой девушки также участвовали в разговорах с водителями и напоминали о правилах поведения на дорогах. Не остались без внимания и пешеходы, особенно совсем юные. Для них у девушек были специальные светоотражающие значки. Нас зачастую водят различные организации, и нам на этот раз захотелось поучаствовать и увидеть, как работает непосредственно ДПС-организация. Стоит отметить, что патрульная машина оказалась на театральной площади очень кстати. В это время как раз вышел из строя светофор на пешеходном переходе. Поэтому пока инспектор взял на себя роль регулировщика, девушки организовали движение пешеходов по переходу. Подобные акции в ГИБДД планируется проводить регулярно, в зависимости от желания студентов и достигнутых результатов. Кирилл Сосолятин, Денис Тружков, Вести, Кировская область.